Теперь небольшое пояснение. На острове Лесбос, вот остров Лесбос, это первый шаг на пути к Европе. В Европу попадают первыми те, у кого есть денежки. А вот лагерь, который я вам покажу, вроде бы как для настоящих сирийских беженцев. И за ночь до того, как вот это снималось, там умерло от холода 8 человек. Волонтеры не хотят, ну, то есть социальные всякие работники, не хотят общаться с прессой вообще на камеру, чего-то опасаются. А вообще-то ни для кого не секрет, может нельзя это говорить, но ни для кого не секрет, что процентов, ну будем толерантными, на 50 там экономические беженцы. То есть люди, которые едут в Европу, являются на 50% минимум экономическими беженцами. То есть людьми, которые не имеют зачастую отношения даже к Сирии. Иногда. Мне в этом ролике больше всего, честно скажу, понравился парень, который стремится в Швецию, Швейцарию-Финляндию. Вот он высказал, мне кажется, мысль, которая в голове у многих. My name is Tamara and I'm from Syria. I'm 25 years old. By boat. Oh, it's very dangerous and we saw the death actually. It was a storm and a lot of rain and it was very waves, high waves, so it was very, very dangerous. From Turkey to... No, it's only 2 days. Yes. To Sweden. My family is there. Yes. My parents and my sisters. Istanbul, about Istanbul. I am from Syria. Go to Germany, but Germany, there are a lot of people there. So I will go to Swedish, Switzerland. No. I want to go to All the lights. All the lights. From Syria. I'm all 20 Finland. Yeah. أبو صور للجنسية مالي الوجه وظهر اه تشكي بقى شلون تصورينه ليلى بغيت ايش تصورينه ليلى تلزيك كنت انا عم بكلم انا ليلى